Родился Василий Ткаченко в День российской печати 13 января. Совпадение или нет, но так или иначе, большую часть своей жизни он посвятил именно журналистике. До войны Василий Иванович закончил педагогический техникум и начал преподавать в начальных классах. Когда началась Великая Отечественная, в составе 55-й гвардейской стрелковой дивизии он защищал от врагов кубанские города. Путь в журналистику для него начался в 1952 году, сразу с руководящей должности. Он стал писать в газеты, заметки, статьи, значит, и его заметили и пригласили сразу в 52-м году замредактора газеты. И вот так он начал путь в журналистику. Ну, чтобы, значит, образование-то у него было только педагогический техникум, в 56-м году, работая в Калининской, тоже замредактора, его послали в Геленджик, значит, в школу повышения квалификации. Он ее в Геленджике окончил. Затем он работал замредактора Туапсинской газеты, редактором Лабинской газеты. И в 63-м году его прислали в Анапу. В Анапе Василий Иванович стал главным редактором газеты «Советское Черноморье». В издании было создано 10 внештатных отделов. К работе были привлечены около 200 общественных корреспондентов. Раньше был такой конкурс всех газет в России. И он 19 лет получал по России газета за полиграфию, за оформление, за содержание. Третье место 19 лет подряд. Причем эта газета его была единственно прибыльная в крае. Тираж был газеты 24 тысячи. К концу 80-х Василий Иванович по состоянию здоровья покинул редакторское кресло, но продолжал активно участвовать в общественной жизни города. Коллеги отмечают то, что он был человеком строгим, но справедливым. Отличительной чертой Василия Ткаченко была любовь к труду. А неутомимая натура постоянно требовала деятельности. Журналистское сообщество Анапы понесло вот большую потерю. И дай Бог, чтобы вот родные, близкие и мы сумели сохранить те принципы журналистики, которые закладывал в становление журналистики анапской периодики Василий Иванович. Он вел школу журналистского мастерства, он легко шел на контакт и учил молодежь. И вот было бы здорово, чтобы мы вот это все не растеряли и не забыли.